Нейрохирургическое отделение в травмцентре БСМП рассчитано на 61 койку. Ежегодно здесь лечится 1700 пациентов, из них более 100 человек с тяжелыми позвоночными спинномозговыми травмами. Людей везут из области и из других городских стационаров. Уникальные операции на позвоночнике здесь проводят даже детям. Секрет успешного выздоровления – внедрение специальных титановых металлоконструкций. По словам хирургов, это позволяет быстрее излечить пациентов и перевести на хорошую социальную реабилитацию. То есть, если человека не оперировать с позвоночно-спинномозговой травмой, вести консервативно, даже без осложнений перелома позвоночника в плане неврологических нарушений, он нуждается в постельном режиме до 2-3 месяцев. Наши операции, которые мы проводим, и с установкой имплантов, и фиксацией этого сложного перелома позвоночника, позволяют через 10-12 дней пациента поставить на ноги, и в ближайший месяц-два он возвращается к нормальной, активной жизни. У Олега Хейстанина нестабильный перелом позвоночника. По федеральной квоте ему провели операцию с использованием сложной металлоконструкции, так называемой транспедикулярной фиксации позвонков. То есть специальные титановые винты были внедрены в здоровые позвонки выше и ниже перелома сломанного позвонка и в правильном анатомическом положении оси позвоночника зафиксировано. После операции прошло 11 дней. Сейчас Олег Арвиевич уже самостоятельно может перевернуться и даже встать. В принципе, переворачиваюсь сам в любое положение. Стою уже сам. Вот 2 дня назад ходил по кровати на коленках. А сегодня первый раз уже встал и ходил по комнате, держась за конструкцию. По словам врачей, это не чудо, это стандартный процесс выздоровления после таких операций. Теперь курс только на выписку. Ирина Силкина, Герман Баранов, Вести, Ульяновск.